Привет всем! По просьбе зрителей в данном выпуске я расскажу, как прикрутить веб-агрегатор UnitPay к нашему сайту. Сразу оговорюсь, поскольку у меня тестовый сайт, а не раскрученный посещаемый проект, я не смог пройти модерацию. Но я уверен, что если вы все проделаете в точности, то у вас все заработает. Поехали! Открываем сайт UnitPay и создаем новый проект. Вводим название, описание и адрес проекта. Далее нас просят подтвердить, что сайт принадлежит нам. Создаем текстовый файл с предложенным названием. Помещаем в него проверочный код, загружаем файл в корень сайта и жмем «Добавить проект». В открывшейся странице сразу копируем секретный ключ и переходим к настройке сайта. Если вы не смотрели ролик за номером 12, то обязательно посмотрите его и проделайте озвученные в нем инструкции. Там же в описании есть все необходимые файлы. Теперь открываем файл index.php из личного кабинета и добавляем к форме оплаты пункт выпадающего меню для UnitPay и переливаем файл на сайт. Далее открываем файл config.php и добавляем настройки для UnitPay, то бишь включаем прием оплаты с него, вводим ключ и айдишник. Айдишник можно взять на вкладке «Форма оплаты» на сайте UnitPay, и называется он тут «Публичный ключ проекта». Заливаем файл на сайт. Теперь на UnitPay переходим снова в настройки и вводим пару ссылок. Одну для Success URL и вторую для обработчика платежей. Сохраняем настройки. Теперь, если обработчик кажет статус «Ок», можно попробовать запустить проверку для обработчика. И если для методов оплаты, чек и pay тестовый запрос скажет статус «Успешно», значит все у вас получилось. Теперь вам остается только дождаться модерации и одобрения вашего проекта и провести тестовый платеж. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте и удачи вам. Всем пока!